Здорово выдвигается Артем Пименов. Подбил клюшку сопернику, забрал шайбу. Хотя снова разворачиваются уфимцы. Им приходится действовать у собственных ворот, отбирать шайбу. Но предыдущая атака была разрушена. И опять Пименов. Опять Пименов поднимает эту шайбу вверх. Пустозеров один в один против защитника. Сохраняет шайбу у себя на клюшке. Найдет ли бросок? Науменков бросок. Вот такое подключение защитника. И атака Салавата Юлаева продолжается. Пас за ворота. Там Бейлин хозяин положения.